Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Крым Онлайн. Из прошлого видео Валя вам рассказала, что у нас сейчас остро стоит вопрос о покупке нашего автомобиля. К сожалению, мы не можем брать мамину машину, она серьезно сломалась, и стал вопрос о покупке нашей машины. Мы набрали кредитов, к сожалению. Валя в прошлом видео ходила, оформляла карту Тинькофф, в ПСБ банке мы взяли небольшой кредит. Ну и сегодня мы с кумом отправляемся в Керчь. Отправляемся посмотреть недорогой автомобиль. Если у нас все получится и машина нас устроит, то мы ее приобретем. Ну а вас приглашаю с собой в поездку. Мой кум, его машина, и мы отправляемся в Керчь. Надеюсь, сниму для вас интересное видео, и вам будет интересно. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Ну а мы погнали. В общем, мы с кумом поехали на заправку. Сейчас заправим автомобиль. Сейчас пройдемся, покажу вам, какие цены здесь на топливо. Топливо есть, если едете в Крым на отдых. С бензином ограничений никаких не будет. В основном в Крыму есть заправки вот такого формата. Это АТАН, а также есть много заправок ТЭС. Они все обеспечены комплексами. Можно заходить, покушать, взять водички, ну и все, что вам нужно. А я пока прогуляюсь, покажу вам, сколько тут стоит топливо. Я 2 минуты, Сань! Мы пойдем посмотрим. Вот там вот ценник. Вывеска, значит, что я вижу? Сотый бензин 79,99, 95-й ультра 62,99, 95-й обычный 59,99 и 92-й 54,99. Дизельное топливо 68,99, это ультра, и обычный дизель 65,99, и газ, я вижу, 31,99. В общем, такие цены на топливо в Крыму. На всех заправках, вот именно АТАН, я думаю, цены будут одинаковые. Да и вообще на топливо в Крыму цены будут одинаковые. В общем, мы заправляемся. Сейчас скушаем по хот-догу и трогаем на Керчь. Ой, переживательно, волнительно. Давно, конечно, не было таких событий, когда ты покупаешь машину. И надеюсь, мы увидим ту машину, которая была в объявлении, и мы ее купим. Ну, все, погнали мы заправляться. Мы уже отъехали от заправки и движемся в сторону Симферополя. И тут, проезжая под Алуштой, я увидел, до сих пор делают дороги, и их делают все дальше и дальше и дальше. Мне кажется, прямо к началу сезона будет новая трасса Ялта-Симферополь. Там уже строится Таврида с той стороны на Керчь от Симферополя, а до Симферополя вот прокладывают по пути, ложат новый асфальт, новое полотно, идут большие строительные работы. Весьма здорово наблюдать, что улучшается транспортная развязка, транспортное сообщение. Вам, дорогие туристы, будет легче, спокойнее по нормальной дороге добраться до Республики Крым, до Ялты, до любого ее населенного пункта. Ну а тем более, когда будет готова трасса Таврида, путешествие по дороге будет предоставлять вам удовольствие. Вы будете смотреть красоты, любоваться природой и ехать по отличным дорогам. Ну а мы движемся в сторону Симферополя. И вот я смотрю, прямо расширяют дорогу. Работы идут высокими темпами, потому что еще здесь, когда последний раз я тут проезжал, ничего не происходило. А тут смотрите, насколько ее расширили, то есть получается будет 2 полосы в одну сторону и свободные 2 полосы в другую сторону. Раньше здесь всего было 2 полосы, то есть дорогу почти увеличили в 2 раза. Ну, она была, наверное, в 3 полосы, одна обгон, для обгона полоса, ну а так теперь их будет целых 4. А значит, сообщение, ну, просто будет спокойное, трасса будет свободная, не будет пробок. Смотрите, как ее расширяют, сколько здесь техники. Укрепляли дорогу там выше, сейчас будем проезжать и посмотрим, там прям целую стену новую возвели, видимо, как укрепительное сооружение. Но погода в Крыму вообще великолепная. Смотрите, у нас солнце, у нас уже все зелено, у нас отличная погода. Приезжайте на отдых в Ялту, в Алушту, в Крым. Ну а мы продолжаем свое путешествие в Керчь. Мы с вами уже подъезжаем к Алуште, и знаете, видимо, давно я здесь не был, потому что я смотрю, очень много вырублено деревьев, особенно под трассу. Видимо, там
будет проходить трасса, и, конечно, жалко. Но мне кажется, когда построят дорогу, то деревья посадят, и они снова вырастут. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Потому что посмотрите, что происходит под Луштой. Просто кто посмотрит наши прошлые видео, я снимал здесь неоднократно, то все это было в зелени, а сейчас зелени нет, и тут идутся ремонтные работы, значит здесь будет пролегать трасса Таврида. У кого возник интерес, посмотрите прошлогодние видео 2023 года, вот именно в этих местах я проезжаю, именно эти места я снимаю, вы их не узнаете, как сейчас, собственно, не узнаю их я. Слева и справа идут ремонтные работы, это же какая огромная будет трасса, какая будет здесь развязка. С одной стороны, конечно, это круто, с другой стороны, я не знаю, очень, конечно, жалко зелень. Как вы считаете, дорогие друзья, вот лучше, чтобы была трасса или пусть останется зелень? Я, конечно, за такой, знаете, как инь и янь, когда и трасса есть, и зелень будет. Ну вот построят же бетонную эту трассу, и можно же засадить все зеленью, и получается ничего не потеряет тот, кто едет, тот, кто тут живет, и тот, кто пользуется этой трассой, все будут довольны. Как вы думаете? Как скажете? Интересно ваше мнение. Пишите обязательно его в комментариях. Вот тут смотрите, какие строят за Луштой. Уже мы проезжаем, сейчас отъезжаем от Лушты. Там просто будут колоссальные развязки. Масштаб, конечно, этой стройки весьма впечатляет. А это, друзья, мы подъезжаем уже к Симферополю. Мы спустились с перевала, и здесь я решил подснять вам тоже. Смотрите, какие обильные ремонтные работы, сколько техники, сколько сюда всего привезено и каким темпом идет стройка. Я не знаю, конечно, я не смотрел даты, когда вообще сдается трасса, когда здесь будет закончена дорога, но тем не менее, смотрите, какой масштаб. А сейчас мы с вами проезжаем Симферопольскую соборную мечеть, или Большую соборную мечеть. Это, друзья, крупнейшая мечеть Крыма. По завершению строительства стала главной соборной джума-мечетью Крыма и Симферополя. Расположена она на улице Ялтинская. Мы уже выехали на трассу Таврида, и можете обратить внимание, какого качества полотно, как ровно и плавно мы идем. Ну что, Сань, как тебе Таврида? Ой, Таврида шикарная дорога, ровная, без особо таких поворотов, можно хорошо ехать с комфортом. Ну, скоростной режим главное соблюдать, вот как ты сейчас 40 километров едешь. 45 уже. 45, больше не надо. По Тавриде надо ехать, соблюдая скоростной режим, его не нарушать, потому что камер много, асфальт приятный, можно хорошо разгоняться. Вот нам до Керчи осталось меньше, чем 150 километров. Вот сейчас вот проезжаем опознавательные знаки. Вот у нас Керчь, Феодосия, и мы едем прямо. Загруженность трассы небольшая, поэтому можно с комфортом двигаться. Ну, я считаю, что вот так вот ты въезжаешь, и если ты едешь по такой дороге, то это не напряжно, это с комфортом, можно доезжать до любого города, да, Крыма. Отлично. Вообще, вот если в Ялту сделают, когда в Ялту, не если, когда в Ялту сделают такую дорогу, приведут в Севастополь, то людям, которые будут ехать с материка, будет комфортно здесь. Ну, мы с тобой сейчас вон проезжали в Алуште, какая стройка идет. Видно, что развязки будут серьезные, развязки будут такие. Прям, мне кажется, до Ялты ее и провожат, Тавриду. Но это... Дорога действительно комфортная, вообще можно ехать так большое количество километров проезжать, преодолевать за один присест. Ну да, не напряжно, и хороший асфальт, вот приятная дорога. Сколько мы уже едем? По Тавриде мы, наверное, километров 70, да, уже проехали? Километров 70, да, с учетом того, что мы проехали 100 по нашим... Ну, пробкам, да, да. Пробкам по поворотам, то здесь мы гораздо быстрее проехали и комфортнее. Так что приезжайте в Крым, в Ялту. Посещайте сайт Крым Онлайн. Крым Онлайн, радуйте Антона. Да, обязательно. Это без этого нельзя вообще в Крым ехать. На его лице улыбка очень редко стала появляться. Вот надо чаще заходить. Ну и смотреть наши ролики. А еще можно поддержать этот видеоролик лайком, подпиской. Мы уже скоро подъезжаем к Керчи и посмотрим на ту машину, которую мы выбрали. И может быть даже купим, если нам повезет. Но продолжаем наше путешествие. Не переключайте. Мы уже въезжаем в Керчь. Сейчас едем,
на место встречи смотреть наш автомобиль. Через 300 метров держитесь правее на Куль-Абинское шоссе. Нафига это у нас взрыв, какую-то пробку, а тут вот перекрыто, и мы не поймем, что когда, что куда. Получается, здесь у нас перекрыто, и мы не можем проехать. Здрасте. А подскажите, мы не местные, как нам теперь все это объезжать? Потому что навигатор через одно место работает. Да. Вот, смотрите. Вот мне, получается, надо вот смотреть. Короче, вот едешь, будет сейчас первый поворот направо. Ага, там. И вот, да, едешь вот по этой дороге. Вот видишь? Этой вот. Да, и тут... вот. По вот этой, и вот смотри. Вот, видишь, наверх пошла дорога. Вот то, через кусты. Да, да, и да. Она это Кулибинская. И вот, и выскочишь. Все, я понял. Да, и... Все. Все, спасибо большое, спасибо. В общем, маршрут понял. Газуем. Нам да там через кусты объехать какие-то. Разворачиваемся, получается, назад. Мы там кусты будут. Кусты вот объехать. Нам вот туда, вот, да. Ну, через кусты там дорога, ну. Через кусты она ведет. Вот что он назвал кустами. Но он нам сказал, вот туда, вот направо я. Угу. Да. Ну, он сказал, там нормально, там просто вот этот кусочек. Вот это вот я и назвал кустами. Ехали-то выйду, нахваливали с дорогами, да? Оп, заехали. А, вот и шоссе получается. Поедем? Давай я пойду посмотрю там, ну, съехать. Вот тут, по идее, съезд, а можно ли там съехать? Ну, с твоим клиренсом. Хер его знает, посмотри на это нормально. То, что я смотрю. Сейчас не вижу. Ты не спустишься здесь, мне кажется. Вот там надо выезжать, да? Просто у Кума низкая машина, и получается там слишком высокий бордюр, мы там не проедем. Вот на таких машинах там надо проезжать. А вот, ну-ка. А ну-ка. Ну да. Большая там колея. А там тоже, смотри, такая зараза. Ну, блин, заехали. Стой, Саня, вот тут яма. Ну давай попробуем, но мы тут не выедем. Вот же она низкая зараза, а? Едь! По чуть-чуть! Капец, видите клиренс у машины? Обалдеть! Нет, Сань, дальше вроде все нормально. Ну все, выехали. Дальше нам по шоссе. Ну ладно, включимся чуть попозже. У нас, короче, новая проблема. У Кума на машине загорелся чек там какой-то. Это типа неисправность. Там на компьютер показывает, что-то случилось. Мы уже подъезжаем, но что-то вот у нас сегодня прям какой-то день веселый. Вот сейчас будем диагностировать, что теперь у Кума с машиной. Нам же еще на Ялту возвращаться. Короче, какой-то капец просто. Навигатор не работает. Загорелся в машине чек, залагала камера. Это керч. Это что-то особенное. Понятно? Надеемся. Не получится. Держим кулачки и смотрим видеоролик. Смотрю, в Керчи тут все ремонтируют. Тут прям такие всякие конструкции идут, строителей много. Вообще, конечно, вот я когда был здесь в городе, прямо, никуда не сворачивая, был когда здесь в городе, то было все по-другому. А сейчас смотрю, тут всякие стройки. Ну, интереснее. Преображается город, преображается. Смотрите, культурный центр, наверное, тут, да?
прикольное место. Вот еще вон кинотеатр какой-то. Смотри, сколько в Кинчи вот таких вот каких-то исторических старых мест еще осталось. А, мы движемся прямо, нам чуть-чуть подальше. Прикольная такая надпись там, школа Орджоникидзе имени. Это ж сколько лет этой надписи там. Вот интересный такой, конечно, городок. Вот маленькие такие дома здесь. У нас уже в Ялте много новостроек, а здесь еще вот, смотрите, такой двухэтажный тут дом. Тут вот такой вот старый мир спорта какой-то, я помню, такие дома. Интересно. В общем, мы приехали. Встречаемся мы вот на такой заправке ВТГ. Это Керчь. И сейчас я вам пойду покажу цены на бензин именно в Керчи. Смотрите, 95-й 60-75, 92-й 54-75, дизель 67-75 и газ 31-75, это пропан и метан 21-87. Сравнивайте с ценами, которые были в Ялте, которые мы с вами видели совсем-совсем недавно. Ну а мы будем ждать сейчас, когда приедет наша машина, чтобы посмотреть ее. Ну и посмотрим сейчас, что с кумом машиной, потому что у нас загорелся чек, настроение сразу упало, кум переживает, думает что-то серьезное. Я говорю: кум, выдохни, все будет нормально. А он нервничает, такой стильный, модный, молодежный, даже лицо от нас таращит. Все, кум не хочет сниматься. Сейчас посмотрят сами на машину и скажут, что с ней все, мы уже на легкой истерике. Можно, да, я присяду? Скажите нам, что там все хорошо, и нам не страшно ехать в Ялте. Вообще периодически никогда не выскакивалось? Да может как-то месяца, может с месяца назад она мигнула и пропала. Я поехал к ребятам, говорю: считайте, они говорят: у тебя ничего нету. На памяти должно было все. Ну вот в памяти, говорит, не было. Там были какие-то там лампочки, что-то у них такое. Лампочка мигала там. А мы по Тавриде едем, раз что-то ошибка. Ага. Ведет себя нормально. Это, знаешь, по какой-то ерунде. Вот. Если бы там что-то было серьезно, она не вела себя нормально. Нам надо это услышать. Потому что сразу у всех упало настроение. Сразу уже ничего не хочется ни покупать, ни смотреть, ничего делать. Ну да. Вот такая машина, когда ломается. Ну, здесь не поломка, скорее всего, просто из строя вышел какой-то датчик. Может, какой-то лямбда-звон. Я очень надеюсь, что это будет какая-то лампочка какого-то осветителя. Две ошибки. С машиной кума разобрались. Вышел из строя какой-то датчик. Повышенное топливо бензина. Датчик нужно заменить. Ну, до Ялты мы доедем. Так, ну а вот, собственно, тот автомобиль, за которым мы сюда приехали. Nissan Primera. Вот, мы с Валюшкой хотим его, если сейчас все нормально, приобрести. Если, конечно, мы сойдемся там по цене, по всем остальным его качествам, конечно, немножко руку стоит приложить. Ой, это капает. Это от нас капает? Нету потеков, а вот потеки. Нет, это не его потеки. Пошли смотреть. Пошли смотреть. В общем, вот такую хотим приобрести машину. Сейчас все посмотрим, сейчас все поймем и будем понимать, что делать. Это капец. В общем, посмотрели мы Nissan. Nissan — это просто ужасно. С трубы сразу полился дым. Ну, короче, Nissan мы не будем брать. И мы поехали к этому парню, у которого есть Nissan. Он нам сейчас покажет Volvo. И мы будем смотреть Volvo. Ребята, собственно, уже смотрят машину.
Вот такую Volvo мы сейчас будем смотреть. Вон стоит этот Nissan, который мы хотели купить, но, к сожалению. А вот такую вот тоже Volvo. Единственное, что нас смущает, это коробка механическая. Валя делает, хотел автомат, чтобы тоже на ней ездить. Ну и получается, что на автомат у нас не хватает. Это 2000 год автомобиля. Это Volvo S40. И вот сейчас кумы посмотрят ее и скажут, что нам есть смысл такое покупать, нет? Ну, а вы пишите в комментариях, купили бы вы себе такую машину? Ну, мы выбираем по бюджету. Грубо говоря, сколько мы имеем денег, сколько мы назанимали, чтобы сейчас ездить. Такая машина. Жду ваши комментарии, купили бы вы ее или нет. Ну, у нас, к сожалению, больше денег нету. Изучать ее. Вот механическая коробка, там не работает спидометр. Ну, вот такой вот салон, конечно, ну, хотя это уже будет наша машина. В общем, сейчас кум ее проверит, и мы все посмотрим. Мы купили автомобиль, и купили мы именно Volvo. Я сейчас вам ее покажу. Теперь будем двигаться на своем автомобиле. Ну что, друзья, я надеюсь, вы смотрите этот ролик, вы болеете за нас, переживали о нашей покупке машины. И, конечно же, поддерживайте то, что мы делаем. Мы же обещаем вам, что лето будет незабываемым. На этой машине мы отъездим весь Крым. Мы покажем вам самые красивые места, самые лучшие обзоры. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите ваш комментарий, скажите, как вам машина, которую мы купили, не зря ли мы это сделали. Дорогие наши подписчики, те, кто любит то, что мы делаем, те, кто смотрит и болеет всем сердцем за наше дело. Ведь мы создаем большой сайт «Гид-путеводитель по Крыму», а у вас есть возможность помочь нам в его создании. Сейчас я прикреплю номера карт, теперь нам очень нужна поддержка. Мы должны погасить кредит на этот автомобиль, показать вам весь Крым и еще больше в этом сезоне. Вместе у нас получится все. Номера карты на экране. Прошу вас, поддержите, если вам реально откликается то, что мы делаем, а мы вас не подведем. Мы уже двигаем на Ялту, нам еще 3 часа в пути. Ну а вас благодарю за просмотр. До новых встреч, друзья. Пока-пока.